Копейске состоялась битва невест. Девушки всеми силами боролись за звание «Копейская жемчужина». В сражении приняли участие 11 женщин. Каждая попыталась показать все, что умеет. Они пели, рисовали и даже показывали приемы борьбы. Очки судьям присуждали конкурсанткам за оригинальность выступлений. В итоге наградили 4 невест. Каждой достались подарочные карты на сумму $150. Я занимаюсь профессионально, каратэ Кёкушинка у нас называется. Занимаюсь уже 4-й год. У нас есть ДК Кирова, я там тренер. Малышей тренирую. Немножко рисовала когда-то в детстве. Очень тяжело было придумать творческий номер, потому что петь, танцевать не умею. Что еще сделать? Думала, проснулась, придумала. Осенила меня, скажем, во сне. Вот решила, думаю, дай попробую нарисовать.